Друзья, всем доброе утро. Едем мы, друзья, едем на погрузку. Едем в город Масанчи. Село Масанчи, да. Потихонечку выехали. Джанажол Аулы. Новопуть. Это поселок Новопуть. Вот, друзья, приехали в Новопуть. Сейчас здесь магазин Мехман. Зайдем, наберем воду. Сулейман проверяет колеса. Сейчас здесь наберем воду, что надо с собой возьмем. И вперед. В общем, друзья, кондиционер я не сделал. Тельман закачал сюда фреон. А как оказалось, у меня радиатор пробитый. И все. Назад все вытекло. 20 тысяч тенге на ветер. Вот такие дела. И все. Как дела, Сулейман? Нормально. Нормально? Идем сейчас в магазин, зайдем. Что-нибудь возьмем. Друзья, вот приехали в Благовещенку. Вот Дав. И вон там американец. Не видно его. Сейчас пообедаем и в дорогу. До места загрузки нам осталось где-то... Сколько, Суля? 50. 50 есть? Да? По-моему, нету 50. Есть. Есть? Где-то 50. Плюс-минус 50 километров еще есть. Че там, Суля? Устал, да, брат? Друзья, машины не глушим. Машины работали, все. Пообедали вообще суперские. Каурбак, друзья, суперские. Я забыл вам снять. Вот заезжайте, смотрите, Благовещенка. При заезде с левой стороны Хайнар кафе. И отсюда, если со стороны Шу едете, с правой стороны, возле остановки Хайнар. Здесь и шашлык хороший. И в общем, все здесь вкусно, друзья. Советую. Вот, друзья, на выезде с левой стороны есть кафе Уравиля. Здесь тоже хорошая кафешка. Азербайджанская кухня здесь. А только что была турецкая кухня. Вот такие дела. Да, этот поселок называется Хайнар. Просто раньше Благовещенкой вроде звали. Из-за этого так и... В моих мыслях было, что Благовещенка. Оказывается, поселок называется Хайнар. Вот такие дела. Все, выезжаем потихонечку. Все отлично. Сулейман с дядей Мусаем едет сзади. Вот они едут. Все. Сейчас плохая дорога. Вон там. Ну, 1,5 километра где-то осталось. Там уже будет более-менее хорошая дорога. Едем, все отлично. Очень жарко только, друзья. Без кондиционера вообще жарко. Ну ладно, что делать. Попытались отремонтировать, но не получилось. Друзья, вот заезжаем. Заезжаем в город Гордай. Такие дела. Сейчас проедем мимо Гордая. Сейчас в город направо, а мы налево уже на выезд пойдем. Мы сейчас поедем в сторону границы. И возле границы там поселок Масанчи. Вот, друзья, повернули налево и едем. Передние баллоны накачал 8 атмосфер. Что-то грубые, надо хотя бы 7 сделать. Дела. Идем на выезд. Вот, друзья, если поедем прямо, то эта дорога ведет в Алмату.
Вот Алматы 212 километров прямо. А мы идем направо. Карасу. Граница Карасу, вот 18 километров. Мы возле Карасу тоже мимо проедем дальше. В сторону Трудовика поедем. Такие дела. Все, друзья, едем возле границы. Сейчас прямо дальше мы проедем. Уже подъезжаем к границе. Граница Казахстан и Киргизстан. Друзья, вот сейчас будет поворот на поселок. Этот поселок называется Аухатты. Здесь и таможня есть тоже. Пограничная зона. А мы едем прямо. До Масанчи где-то осталось километра 5, наверное, или 4. Такие дела. Здесь вообще красота, друзья, посмотрите. Вот, направо поселок Аухатты. Вот. Едем прямо. Друзья, заезжаем в поселок Масанчи. Какая красота, посмотрите. Горы везде. Природа вообще здесь шикарная, друзья. Погода, воздух здесь. Горный воздух, друзья. Вообще супер. Вот вывеска справа, Масанчи. Сейчас Алиму позвоним, где он находится. Может, здесь где-то остановится. Здесь где-то весовая есть, надо отвес сделать, потом поехать на загрузку. Здесь где-то вроде бы. Я один раз сюда приезжал, друзья. Где-то весовая вот здесь. А, вот она же, вот. Вот весовая. Так, где нам надо паркануться? Друзья, приехали в Масанчи. Вот такие дела. Заехали на стоянку. Такая стоянка. Стоим, ждем. Вон 08 машины. Вот два машины. 08 регион, Таразовский. И одна машина киргизская стоит. И мы. Еще прицепы. Такие дела. В общем, друзья, лук сказали, лук нагрелся от солнца, из-за этого придется ждать. Завтра утром будет погрузка. Сулейман, пошли. Пойдем в магазин, что-нибудь возьмем. А? Вот наша машина, друзья. Стоим. Сейчас поедем. Загрузимся. Я хочу загрузиться в Томск, а Сулейман с дядей Мусаем
хотят загрузиться в город Новосибирск. Вот, друзья, это походу главная улица. Суля, пойдем скутера посмотрим. А? Вот кафе, да. А, вот она кафешка. А они продают? Может, продают, пойдем узнаем. Друзья, здесь я смотрю, все ездят на электроскутерах. Вообще тема хорошая. Без двигателя, электробайки. Интересно, сколько стоит? Здесь смотрите, сколько сена, друзья. Это, видимо, пятак. Солнышко светит. Электробайки. И все одного этого производства, походу. Друзья, всем доброе утро. Проснулись мы в 5:30, завели машины, проверили масла, завели. Сейчас поедем на погрузку. Будем утром рано грузить, чтобы лук был холодный. Какие дела? Салам алейкум, алим. Друзья, выезжаем в стоянку. Кстати, стоянка бесплатная, друзья. Утром встаешь, тишина, никого нету. Сразу рядом, друзья. Вот дядя Муса. Вон Алим бежит. Вот Сулейман. Салам алейкум, брат. Как дела, брат? Салам алейкум. Алейкум. Кусурам. Зачем камеру вытаскивать людям? Показываем людям, как работаем. Жизнь дальнобоя. Вот, друзья, заехали. Теперь топтаем поле, чтобы не застрять. Вон, видите, друзья, горы. Вообще красота. Сейчас место для себя сделаем. И все. Я думаю, 2-3 раза туда-сюда пройдемся, нам хватит. Друзья, приехали в Благовещенку. Думаю, будем ждать дядь Мусая с Сулейманом здесь. Здесь кафешка, как положено. Друзья, заказали шашлык, 3 палочки. С утра голодные. 5:30 вроде стали, да. Я уже не помню, пока загрузились. По очереди загрузили. Сперва меня, потом эти же рабочие перешли на вторую машину. Такие дела. Все, ожидаем.
Вот, друзья, шашлык. Вот чай. Все, начинаем. Друзья, все, загрузились. Дождались дяди Мусая с Сулейманом. И все, едем. Заехали уже в поселок Бельбасар. Потихонечку едем. Все нормально, все хорошо.